В связи с 93-м годом хотелось бы уточнить оценку нынешнюю таким фигурам, как Горбачев и Ельцин. Потому что у нас прозвучало, что Сталин великий в системе координат Лемжина, Ленин по определению великий, а Горбачев великий, Ельцин Горбачев великий. И Ельцин, и Путин все великие. Почему Горбачев великий? Мы недооценили его перестройку, не все воспользовались его перестройкой. Михаил Сергеевич действительно гений, гений человечества, который смог не просто перестроить систему, а который бросил перчатку в изменение сознания. Да? Вот за железным занавесом был Советский Союз со своим ядерным оружием. Здесь холодная война, Соединенные Штаты Америки, НАТО и так далее. Да? И вот в то время простому комбайнеру из Ставропольского края, секретарю райкома, да, Ставропольского края, из провинции приехал. Вот, я помню, когда мы с ним в Швейцарии, в Лозанне, когда он уже не стал президентом, ехали на закрытие чемпионата мира Карпов-Анант, мы сидим в этом Мерседесе, там мигалки там вот так вот вокруг полиции, он меня так по коленке бьет, говорит, слушай, вот даем, ты, говорит, простой калмыцкий парень, я, говорит, и в центре Европы, говорит, дороги перекрыли, и мы с тобой едем. Я говорю, Михаил Сергеевич, вы уже забыли, что президент там был. Так вот, возвращаясь к Горбачеву, он великий, почему? Он перчатку бросил, он переделал сознание. Но перестройка, мы бы сейчас жили в 10 раз лучше. Все люди, не только в России и в Америке и так далее. Его перестройкой воспользовались только некоторые, да, вот страны бывшего Советского Союза. Мы отказались от гонки вооружений. Мы начали разоружаться от ядерного оружия и так далее. То есть страны Варшавского договора, все, мы начали открываться и так далее. Да, перестраивать свою идеологию, страну начали перестраивать. А Запад, европейские страны и Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, для кого Горбачев тоже объявил перестройку, не перестроились. Вот им бы вот эти миллиарды сэкономленных долларов бросить не на создание новых видов оружия, они обманули, а как раз направить к нам, в Россию, в Узбекистан, в Казахстан, в Белоруссию, чтобы эти деньги пошли на создание новых научных центров, культурных центров, для спасения этих культурных памятников. Не вымывать наши мозги. Начали наших талантливых ученых, вы ребят прям приглашать в Соединенные Штаты какой Америки. Какой идеалист. Ну, прям вот я даже не понимаю, как вы руководите всем, чем руководите. Ну, просто вот, ну как это вот... Не, нужно было. Ну, Горбачев как ребенок поверил. Горбачев как ребенок поверил этому. Объявил перестройку, а его обманули. Ельцин тоже великий, потому что каждый народ достоин своего короля, достоин своего президента. И Борис Николаевич Ельцин оказался именно в то время и на том месте. И нужно было доразрушить вот эту систему. Но он и разрушил ее. Хорошо. Он ее разрушил. Теперь мы переходим к Путину. Потому что прозвучало, что и Путин великий. В чем величие президент Российской Федерации? Ну, потому что то, что начал Михаил Сергеевич, да, Советский Союз как бы разрушать, идеологию. Борис Николаевич, кушайте суверенитеты, сколько съедите. Да. Армии, флот, хотя, как великие русские цари говорили, только два могут быть союзники, армия, России, да, и флот. Все вроде бы, и границы открыли, да, и архивы КГБ Западу отдали, все, да, всю агентурную сеть вот раскрыли, все вроде бы. Все по кусочкам разрушилось. Ну и тут приходит такой как бы незаметный подполковник КГБ Владимир Владимирович Путин. Помните журнал «Тайм», я когда встречался с его святейшим Далай-ламой в Дарамсале в Индии, и на столе у него журнал «Тайм», и на обложке «Who is Putin?», да, и он у меня спрашивает, кто такой Путин. И Путин вроде бы не имея такого достаточно большого административного политического опыта, хотя он все стадии прошел, начиная от помощи в Санкт-Петербурге, и потом в администрации возглавлял управление внутренней политики и так далее. То есть он все пути как бы прошел, но не имея такого громадного, он не был тогда тяжеловесом, да, взвалить на плечи такую полуразваливающуюся Российскую империю или российское государство, удержать все регионы, сохранить и дальше наращивать мощь страны и заставить вновь людей верить в себя и вернуть вот это русское самосознание или вот эту русскую национальную идею. Вот это ему кажется
удалось в это трудное время, несмотря на то, что вот эти миллиарды и триллионы долларов, которые Запад сэкономил на Горбачевской перестройке, они направили на то, чтобы дальше развалить Россию, Путин смог удержаться за счет как бы наших скудных ресурсов, вот того потенциала, который есть, и сказать, что мир не должен быть однополярным, что как везде в природе должны быть и другие краски, не только краски звездополосатого флага Соединенных Штатов Америки.